Власти Германии и Австрии беспокоятся, что готовность граждан этих стран оказывать помощь прибывающим беженцам может смениться более критическим отношением к происходящему. Мы не знаем, как долго продлится этот позитив, особенно если число беженцев будет расти, заявил глава немецкого МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель продолжает настаивать на едином подходе стран Евросоюза к приему мигрантов. Ни одна страна не должна уклоняться от обязанности принимать на своей территории иностранцев, заявила Меркель после встречи со своим шведским коллегой Стефаном Лвеном. В Стокгольме, в свою очередь, говорят, что готовы принять на шведской территории 80 тысяч человек. Швеция и Германия считают, что установленные квоты и заранее определенное число беженцев необходимы для тех, кто имеет право на получение убежища в соответствии с принципами стран-членов ЕС. К сожалению, действительная ситуация далека от желаемой, но мы считаем, что она должна измениться. Похолодание и наступление осени в странах Центральной Европы требуют от принимающей страны все больше усилий. Мигранты больше не могут оставаться на улице в палаточных лагерях. Власти Мюнхена, например, решили предоставить для размещения беженцев здание Международного выставочного центра. Здесь будут обустроены более 3000 человек.